Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Со мной сегодня уже по традиции мои племяшки. Амина. И? Камила. И Камила. Вот, у нас сегодня сладкий мукбанг. Мы сегодня будем с вами вместе пить чай с Мерси. Огромная пачка, что даже меня не видно. У меня тут пару, значит, у нас вернее пару тут баунти. А потом Твикс и зебра. И зебра, шоколадка, да. Кстати, Твикс у нас получается со сладкой карамелью. Ой, соленой карамелью, новинка. Вот, ну все, давайте вместе пить чай. У нас чай с молоком. Вот такой вот. Так, сейчас я девчонкам достану. У нас получается тут разные вкусы. Чтобы это все еще дело не свалилось. А то за кадром она, скажем так, упала. Да, у нас за кадром она один раз уже упала. Вот. Так, тут у нас получается все. Казар, можете начинать. Так, у нас тут кофе и сливки. Кофе и сливки вот это вот. Мерси. А здесь белый и черный шоколад. Да, белый и черный шоколад. У тебя какой, Камила? У Камилы тоже кофе и шоколад. Вот такой вот. Вообще, мерси обожаю. Вы сами любите мерси? Очень. Шоколадка. Короче, места мало у нас тут. Еле-еле устроились. Такая еще коробка огромная, что не знаешь, как ее поставить. У нас сегодня всем так тепло, капец. Этот мукбанг я давно ждала. Сладкий мукбанг, да? Да. Попробуем баунти. У меня самый любимый шоколад это баунти. Мне тоже. Я обожаю баунти. Кокос внутри. У тебя какой, Камила, самый любимый шоколад? Она любит мерси. Мерси? Как у вас, кстати, погода? Спасибо всем за поздравления, что поздравили маму. Такие приятные, добрые комменты вы писали, пишите вернее. Огромное вам спасибо. Вы самые крутые подписчики. Да, вы действительно крутые. Спасибо вам за приятные слова. Мама такая радостная, что вот, может быть, незнакомые люди, да, которые не знают маму. Такие слова приятные пишут. Сегодня мы с вами хотим обсудить такую интересную тему. Вспомнить детство. А Амина с Камилой, чтобы округлой, сказали, какой, значит, у них самые любимые мультики. Я сейчас свой список зачитаю. И вы можете тоже в комментах писать, какой у вас самый любимый мультик. Или аниме. Да, или аниме. Вот попробуем зеленый этой. Вообще, мерси, конечно, классные шоколадки, мерси вообще. Так, вообще, я могу сказать, что я сам по себе не очень любитель мультиков. Ничего, да, что моего рта не видно. Вот, сейчас немножко поедим, я, наверное, уберу эту коробку. Вот, вообще, у меня как бы не очень много, не очень большой я любитель мультиков. Я любитель. Да, Камила, ой, Амина любитель. Сейчас я свой список зачитаю. И вы в комментах тоже пишите, какие у вас любимые мультики. Сейчас я вытащу телефон. Вот этот вот мне тоже нравится. Это получается лесной орех и миндаль. Зеленый мерси. Вообще офигенски. Очень вкусно. У меня тут подставка. Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Шок-контент. Шок-контент. Шок-контент хотел убрать. АСМР от казаха делал первую чашу. Вот, ну, я поставлю. Вас вы уже видели красиво. Наш чашу, да? Ладно, все отвалилось. Сейчас поднимем.
Начало вы, кажется, вы увидели. Потому что я хочу, чтобы вы меня еще видели, а меня разблокируют. Сейчас. Вот. Вот. Ну, классика у нас получается. Ну, конечно же, я, как и многие дети 90-х, люблю Том и Джерри. Я тоже. Я люблю, получается, «Ну, погоди», такой советский очень классный мультик, да, вы все знаете. Он офигенский. Да, Амина тоже его смотрит. «Черепашки-ниндзя» тоже мне нравится. Вот это вот тоже классный мультик в детстве был. И мне еще нравится, знаете, как Голливуд снимает мультики очень интересные. Тот же, например, мультик «Вверх», например, да, тоже вообще классный. Или «Босс-молокосос». Кстати, вышла недавно вторая часть, выйдет скоро, вернее. Пока только трейлер. Да, пока трейлер только вышел. Ну, Шрек, понятное дело, это уже, как говорится, классика жанра, Шрек. Плюс, конечно, Рататуй. Ну, Ледниковый период, Мадагаскар. Это все мультики, которые вы знаете и смотрели. Кунг-фу Панда, тоже, кстати, классный мультик. Когда, кстати, я такой этот толстый был в колледже, надо мной прикалывались, типа, я Кунг-фу Панда. Тоже так говорили. Ну, Мадагаскар. Потом мне, знаете, еще нравилось... Суперсемейка, тоже классный мультик. Просто nice. Да, тоже, да, смотришь именно? Я смотрела. Потом мне очень нравится, вот я, кстати, перед Новым годом всегда смотрю, это рождественская история, где озвучивал и играл, где Джим Керри играл, вообще там озвучивал, да, получается. Вообще классный мультик, суперский. Король Лев, ну это вы знаете, да, тоже классика, 101 Далматинец. Смывайся, ну так я редко-редко смотрел. Зверополис очень классный мультик. Он, хотя очень, так... он просто сразу видно, понятно, красивый, как сказать, рисовка. Анимация, да? Очень классно. И «Делай ноги», ну это уже давно снимался, про пингвинов. Называется «Делай ноги». Какой? Вот такой список. Какой ваш любимый мультик, пишите в комментах. Что, чай кончился, да? Вернулись мы с чаем. За чаем сходили, вернулись. Теперь Амина, давай, читай свой список. Да, я очень любитель мультиков, но многие не написала. Почему? Потому что если я это все напишу, просто весь А4 кончится. Напиши, который есть. Так, я люблю Губка Боб. Губка Боб — это мультик с моего детства, я его обожаю. Я всегда его смотрела по телевизору. Дальше Том и Джерри. Ну, логично. Ну, Том и Джерри, скажем так, очень интересный мультик. «Головоломка». Дальше. «Стар против зла» — это тоже, это современный мультик. Это аниме или что это? Мультик? Нет, это мультик. Он потом у меня есть аниме. Потом Камила свой список почитает, да? Нет, потом я аниме скажу. Потом «Гравити Фолз». «Гравити Фолз» тоже, ну, типа, такой же. «Черепашки-ниндзя», «Зверополис», «Лунтик». Извините, но я его все равно смотрю. «Босс-молокосос», «Кунг-фу панда». Тоже любишь, да, эти мультики? «Гамбл». Ну, я забыла, как зовут. Типа... А про что там «Гамбл»? «Удивительный мир Гамбла». А кто там главный герой? «Гамбл». «Семейка Грин», «Время приключений» и «Барбоскины». А это мой список? Нет, сейчас я скажу аниме. Аниме, типа, аниме. Аниме у меня написала мало тоже, чтобы... Ну, первый — это «Наруто». Обязательно. Никогда не забываем про «Наруто». «Наруто» — это «Бакуган», любимый. Да, «Бакуган» я смотрела в детстве. Это очень интересно. Синий нет у меня. А, «Двухличная сестра Умару» — это современный мультик. А, вот это? Ой, ну, аниме. Ну, он выглядит как мультик, честно. Просто там... «Волейбол» я начала смотреть. Очень интересно. И «Мальчик Ханако». Все. Ну, классные мультики. Тебе больше нравится анимация, да? Ой, аниме, да? Да. Такой вкусный, как сказать. Вот, у Камилы. Мне прочитай. Камилу. Давай, Камила, ты почитай сама. Человек-паук. Человек-паук. Мой шумный дом. Мой шумный дом. Спанч Боб. Кик Бутошки. Можете прочитать? Наруто. А, да, я прочитаю.
Кик Бутовский, Лунтик, Черепашки-ниндзя, Гамбл, ну, Удивительный мир Гамбла, Пришельцы в доме, кстати, интересно, Герои Гиджитсу, дальше Семейка Грин, Титаны, Барбоскины, Мстители, Бейплейды, это типа аниме, Закон Мерфи, Могучие Маги и Мечи, Гравити Фолз, Время Прокутения, Свинка Пеппа и Буба. Классные мультики. Интересно. Ну вообще, да, мультиков сейчас много выпускают, но есть, конечно, не очень такие глупые мультики, есть такие, бля, реально даже, которые взрослые смотрят и им нравятся, например, вот те же вот мультик «Вверх», например, да, или «Побег из курятника» тоже прям нашу жизнь описывает, да. Кушайте. Я что-то шоколада наелся, мерси. Просто постоянно чай пить хочется из-за этого. Да, сладкий же из-за этого. Но здесь 32 штуки, по-моему, посчитали. 30 с чем-то. Здесь почему не написано на коробке. Да, хотя попробую. 30 с чем-то. 32 штуки здесь получается. А я хочу попробовать. Я тоже хочу попробовать. Твикс, это получается с соленой карамелью. Новинка. Вкусно. Очень. Под прошлым видео у меня спросили, почему типа такой короткий влог. Но честно говоря, я еще не привык снимать влоги, и вы, надеюсь, не будете меня ругать, потому что я только-только привыкаю снимать влоги. Как-то мукбанг мне очень легко снимать, а вот влоги, они немножечко, так скажем, затруднительно снимать, потому что я забываю, проще говоря, что я там куда-то еду и вспоминаю, что мне нужно снимать влог потом только, когда уже приехал. Что, Камила, наелась? Кушай вон, зебра. Или баунти кушай, баунти. Здесь так много конфет, просто глаза разбегаются. Да, здесь реально очень много конфет. Очень вкусно. Я хочу попробовать вот это вот. Не знаю, как будет на вкус. И какие вкус. А, вот. Это мой рекорд. 4 конфет. Сегодня мой. Я попробую возьмите это. Я не знаю, это вкус. Это молочный вкус. Вроде синего цвета. Сегодня у нас выходные, поэтому племянец привезли к нам. Вчера вечером брат мой привез. И вот они на выходные у нас. Собачка проводит время у нас, получается. И зато снимаем. Да, и мукбанг снимаем. Потому что первое слово, которое говорят они, когда приходят домой, там Апашку целуют, там здороваются. Потом уже говорят там, когда будем снимать мукбанг. Особенно Камила, да, Камила? Тебе нравится мукбанг сниматься? Что-то Камила у нас сегодня бизнес-тренер, да? Или настроение барма? Че? Че ты на меня показываешь? А, Камила? Какие вот у нас сегодня новости? Не хочу. Нет. Кушай сама, Камила. Или потом съешь. Нет, он так пахнет. Я просто такие не люблю конфеты. Ну не кушай, окей. Такие молочные. Да, нюхай как. Нормально пахнет, что-то не нравится. Баунти. Баунти съешь. А, он кофе пахнет, сильно прям кофе пахнет. Поэтому, может, Камила не хочет. Это Твикс, Камила. Ты баунти хочешь? Это Твикс. Вот баунти, да, сунди. А меня ты Твикс кушай. Больше не могу. Но я тоже наелся сладкого, блин, вообще. Вкусно, конечно, но вот реально что-то многовато. Камилины зубы скажут до свидания. Да, у нас, кажется, у всех зубы скажут до свидания. Особенно Камилу, которая не ходит с того толку. Сколько мы тут этих съели? Еще тут рассыпали пару штук. Щащу. Казахи поедут. Да, у нас щащу. Я так не хочу много конфет, потому что они очень сладкие, даже не могу. Ты же кушаешь их. Ну хоть я твисю. Ну, как дела в школе, ну, типа, нормально. Скажем так, привыкла всем учителям. Отличница. Уже онлайн же учитесь, да, Амина у нас отличница. Учатся онлайн, да, Амина? Да. Камила тоже онлайн учится. Ты вообще учишься, Камила? Точно? А только мне ночи задают. Сейчас мы никто не выходим на улицу, потому что погода, ну, типа, в зимой
в 5 часов, когда у нас уроки заканчиваются, сразу... Темно, да, уже. Да, темно. И мы можем просто нормально не сыграть. Да. Ну да, уже зимой получается. Ну, днём-то, когда каникулы, наверное, будете выходить там в снежки играть. Я помню, в 5-м или 4-м классе у меня есть есть одноклассница, зовут Аружан, я всегда с ней ходила домой, до дома. Потому что она учится со мной и в одном подъезде. И я боялась лифта тогда. И тогда я боялась лифта, и она меня... Я такая... Кнопку нажимала и такая: Аружан, подожди меня, я боюсь. Ну правильно. Она меня ждала. Спасибо. В вашем подъезде, да, живет? Да, спасибо. Камила, давай что-то скажи, а то зрители скажут, что ты молчишь вообще все видео, ничего не говоришь. Да, молчишь и ничего не кушаешь. Я же хотела сказать, только ты не сейчас мне говоришь. Ну, давай, что хотел? Ну, я же первая хотела сказать. Что хотела сказать, Айти? Я вас не помню. Полное объяснение, я ничего не помню. Сентябрь просунула, как ты забыл? Амина Сулибера. Ну вот такие вот дела, ребята. У нас с вами сегодня был сладкий мукбанг. А, я хотела сказать, что... Может быть, когда мы домой придем, папа, там мама, ёлка будет. Уже ёлка будет? Нет, ещё Новый год нет. А, значит, я не знаю. Я просто хотела это сказать. Просто вкусные конфеты. Очень. Да, вот такое у нас было сегодня с вами чаепитие. Короткое. Да, ещё шубы у нас, что неожиданно все упали. Вот, мультики мы вам свои рассказали. Напишите в комментах вы свои любимые мультики, что вы смотрели в детстве, возможно, у вас или сейчас... Или посоветуйте. Да, или посоветуйте, или может у вас сейчас вы взрослые, но у вас есть дети, и вы вместе с ними какие-то там, у вас такая добрая традиция. А если здесь есть анимешники, можете мне посоветовать какую-то аниму, мне скучно уже. Да. Я... Кто любит больше всего Человек-паук, либо Чёрный дом, знаете, скажите, я, покажу, кто... Ну, будьте хорошим мультиком. Ну все, ребят, спасибо вам за внимание, за ваши лайки, за ваши просмотры, за все ваши добрые слова, что вы говорите всегда. Что, Камила даже баунти не доела, да? Да. Ну, Камила уже... Камила вообще маленькими порциями кушает, то есть там... А ночью не скажем маленькими порциями. Ну, ночью она вот любит покушать обычно. Вот, ну все, в принципе, спасибо вам за внимание, опять-таки, спасибо вам за ваши лайки, за ваши просмотры. Еще раз огромное спасибо за прекрасные слова, которые вы адресовали моей маме. Да. Я вам желаю здоровья вам и вашим близким, вашим родителям, чтобы они были здоровы, счастливы, и чтобы в вашем доме всегда был достаток. Ну все, пока-пока, 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 ставьте лайки, ставьте, подписывайтесь.